Права родителей и родственников. Хвала Аллаху, Господу миров, который говорит в своей священной книге: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им «уф», не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: «Господи, помилуй их, ведь они растили меня ребенком». Сура перенес ночью, аяты 23-24. «Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного единственного Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш Господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада и его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников, и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня, а затем... Исламское послание – это полноценная терпимость. Оно призывает ко всякому благонравию, руководствует ко всякому благородному принципу, указывает на всякое праведное поведение и превращает высокие ценности и идеалы в образ жизни, который способен контролировать баланс отношений между людьми на основании истинности, справедливости, сострадания, любви и человечности». Всевышний Аллах сказал: «Инна Аллаха ямуру биль адли валь ихсани ва итаи диль курба, ва янха аниль фахшаи валь мункари валь багъ, яъидукум лаъаллакум тазаккарун». Воистину Аллах повелевает блюсти справедливость, делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, предосудительные деяния и бесчинство. Он увещевает вас, быть может, вы помяните назидание. Сура Пчели, аят 90. Одним из проявлений величия исламского шариата является то, что он установил правила, нормы и права, регулирующие отношения с родителями и родственниками. Родители больше всех заслуживают уважения, признательности и заботы. Ведь Аллах Всемогущий в Священном Коране нам приказал чтить своих родителей и относиться к ним доброжелательно. Причем Всевышний Аллах сочетал этот приказ с повелением поклоняться Ему и отказаться от многобожия. Аллах, слава Ему и величие, сказал: «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шайан, ва биль валидайни ихсана». «Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему сотоварищей. Делайте добро родителям». Сура Женщины, аят 36. Более этого, Аллах Всемогущий приказал благодарить Его за Его благодати и сочетал признательность родителям с благодарностью Ему, что указывает на их великое достоинство и высокое положение. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен ими обоим Аллах, сказал: «Три аяты были ниспосланы в связи с тремя другими. Один не будет принят без другого, без своего двойника. Среди них он упомянул слова Всевышнего Аллаха: «Анишкур ли вали валидайка» – «Благодари меня и своих родителей». Так, кто благодарит Аллаха, не выражая благодарность родителям, не получит от Аллаха принятия. Ислам высоко оценил положение отцов и матерей, приказал относиться к ним благочестиво, заботиться о них хорошо и обращаться к ним любезно и мягко. Передаются слова Абдуллаха ибн Амра, да будет Аллах доволен им и его отцом, что пророку, мир ему и благословение Аллаха, пришел мужчина и попросил его разрешить ему принять участие в джихаде. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, его спросил: «Живы ли твои родители?» Мужчина ответил: «Да». Пророк сказал: «Позаботься о них, и это будет твоим джихадом». Две дочери
праведного человека в истории о Моисее, мир ему и благословение, привели лучшие примеры благочестия и заботы. Их отец был престарелым человеком, неспособным работать, поэтому они трудились вместо него без возмущения или негодования. В Священном Коране говорится: «Валямма варада маа Мадьяна ваджада алейхи умматан минан наси яскун, ваваджада мин дунихим умраатейни тазудан». قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнаружил возле него людей, которые поили скотину. Неподалеку от них он увидел двух женщин, которые отгоняли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказали: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут свои стада». Наш отец очень стар. Сура рассказ, аят 23. А Джабир ибн Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, передается, что один мужчина сказал: «А посланник Аллаха, у меня есть имущество и сын, а мой отец хочет погубить мое имущество». На что пророк, мир ему благословение Аллаха, ответил: «Ты и твое имущество принадлежите отцу». У нас есть хороший пример для подражания в лице госпожи Фатимы. Пусть Аллах будет доволен ей в ее ухаживании, уважении и доброте по отношению к отцу, посланнику Аллаха, мир ему благословение. Ведь когда он, мир ему благословение Аллаха, посещал ее, она вставала, брала его за руку, целовала его и усаживала его туда, где она сидела, в знак привязанности, радости его приходу и уважения к его положению. Ислам также повелел нам почитать родителей, а не вредить им. Всевышний Аллах сказал: «Имма ябалуганна индака аль-кибра ахадухума ау килахума, фала такуль лахума уффин вала танхархума, вакуль лахума каулан карима». Если один из родителей, или оба они, достигнут старости, то не говори им «уф», не кричи на них и не обращайся к ним почтительно. И обращайся к ним почтительно. Сура перенес ночью, аят 23. Всевышний Аллах запретил человеку даже произносить малейшие слова, выражающие скуку при присутствии родителей. Если бы было слово меньше, чем «уф», то всемогущий Аллах запретил бы его. Поэтому было бы уместнее не причинять им вред или оскорблять их каким-либо образом. Рассказывается, что однажды Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, дал совет какому-то сыну о необходимости благочестиво относиться к отцу, говоря: «Так не иди перед ним, не делай ничего такого, что заставит других его ругать, не садись, пока он не сядет, и не обращайся к нему по имени». А также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, проклиная своих родителей, человек совершает один из тягчайших грехов». Люди спросили: «А посланник Аллаха, как же может человек проклинать собственных родителей?» Он сказал: «Так может получиться, если станет он поносить отца другого человека, а тот примется ругать его отца. И если станет он поносить мать другого человека, а тот примется ругать его мать». Чистый исламский шариат приказывает нам относиться к отцу и матери по-доброму, даже если у них другая вера. Аллах да будет превознесен, об этом говорит: وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطَعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму. Сура Лукман, аят 15. Пророк Ибрахим, мир ему, так и вел себя со своим отцом. Аллах Всемогущ, он и велик, изрек: «Вадкур фил китабе Ибрахима, иннаху кана суддикан набия».
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا Помяни в Писании Ибрахима, он был правдивейшим человеком и пророком. Вот он сказал своему отцу, «Отец мой, почему ты поклоняешься тому, что не слышит и не видит, и не принесет тебе никакого избавления? Отец мой, мне открылось знание, которое не было открыто тебе. Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем. Отец мой, не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался милостивого. Отец мой, я боюсь, что тебя постигнет наказание от милостивого, и что ты станешь помощником сатаны. Сура Марьям. Сообщается, что Асма бинт Аби Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказала, в свое время ко мне приехала моя мать, которая при жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, была многобожницей. И я обратилась за советом к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказав, «Ко мне приехала моя мать, которая чего-то хочет. Так следует ли мне поддерживать отношения с ней?» Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, «Да, тебе следует делать это». Поистине, благочестие к родителям имеет великие блага и заслуженные достоинства, которые раб пожинает в мирской жизни и в загробном мире, в том числе то, что благочестие к родителям является причиной довольства Аллаха Всевышнего. Посланник Господа, мир ему благословение Аллаха, сказал, «Довольство Аллаха заключается в довольстве родителей, гнев Аллаха в гневе родителей». Благочестие к родителям избавляет от печали. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал, «Некогда трое людей из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный камень и наглухо закрыт для них выход из нее. Тогда они сказали, «Поистине, от этого камня вас может спасти только обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой о том, чтобы Он избавил вас от Него за ваши благие дела». После этого один из них сказал, «О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев увели меня далеко от дома. А когда я вернулся, они уже спали. Я надоил для них молока, узнавши о том, что они заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев и рабов раньше их. А до самого рассвета ждал с кубком в руке их пробуждения. И все это время дети кричали от голода у моих ног, а потом мои родители проснулись и выпили свое вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня». И после этого камень сдвинулся с места, открыв проход. Так благочестие этого человека к родителям его спасла и избавила от печали. Кроме того, кто поддерживает благочестие к своим родителям, к нему благочестие будут поддерживать свои дети, так как что посеешь, то и пожнешь. Аллах Всемогущий вознаградил пророка Ибрахима мир ему за его благонравие и благочестие к своему отцу, когда призвали его к Аллаху. Ибрахим, мир ему, был наделен покорностью и любовью своего сына Исмаиля, мир ему.
Священный Коран напомнил нам об этом, показывая одну из лучших форм послушания и благочестия к Отцу. Аллах Всемогущий и Достославный сказал: «Фалямма балага маху ссайя, каля, я бунайя, инни ара фил манами, анни аббахука, фанзур маза тара. Каля, я абати, фаал ма тумар, сатаджидуни инша Аллаху мина ссабирин». Когда он достиг того возраста, чтобы усердствовать вместе с ним, он сказал: «Сын мой, я вижу во сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты думаешь?» Он сказал: «Отец мой, сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня одним из терпеливых». Сура, стоящий в ряд, 102. Подобно тому, как благочестие к родителям приносит свои плоды в этом мире, оно есть причина, по которой мусульманин в будущей жизни получит полноценное счастье, попавший в рай. Передается, что однажды какой-то мужчина пришел к посланнику Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, и сказал: «О посланник Аллаха, поистине, я желаю сражаться на пути Аллаха вместе с тобой, стремясь к лику Аллаха и вечной обители». Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, спросил: «У тебя есть мать?» Тот ответил: «Да». Посланник Аллаха сказал: «Будь с ней рядом, ибо поистине рай под ее ногами». А также сообщается, что посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, сказал: «Родитель – это средние врата рая, и если ты захочешь, то можешь лишиться этих врат или сохранить их». Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал мне, «Желаешь ли ты избежать адского огня и войти в рай?» Я ответил: «Да, клянусь Аллахом». Он сказал: «Живы ли твои родители?» Я сказал: «Жива моя мать». Он сказал: «Клянусь Аллахом, если ты станешь мягко обходиться с ней, кормить и поить ее, избегая больших грехов, обязательно войдешь в рай». Тем не менее, мы утверждаем, что независимо от того, сколько благочестия и милосердия оказал человек своим родителям, он не сможет воздать им должное. Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, сказал: «Сын может отблагодарить родителя должным образом лишь в том случае, если узнает, что тот попал в рабство, купить его и отпустить на свободу». Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним, вплоть до судного дня. А мои братья в исламе, ислам рекомендует хорошо относиться к родне и тем, с кем человек находится в родственных отношениях. Аллах, слава ему и величие, сказал: «Ваулю л-архами ба'духум ауля би ба'дум фи китабилля». В соответствии с предписанием Аллаха, кровные родственники ближе друг к другу. Сура Добыча, аят 75. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, после того, как Всевышний Аллах создал все сотворенное, со своего места поднялись родственные связи». Аллах спросил: «В чем дело?» Они сказали: «Это место того, кто прибегает к твоей защите от разрыва». Тогда Аллах сказал: «Да. Удовольствуетесь ли вы тем, что я награжу того, кто станет вас поддерживать, и порву с тем, кто станет поривать вас?» Они ответили: «Да, о Господь мой». И Аллах сказал: «Да будет так». Сообщается, что после этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прочтите, если желаете, аят, в котором сказано: «Фахал асайтум ин таваллайтум ан туфсиду фил арду ва тукуттуу архамакум, улаика аллазина ла'анахум Аллаху фа асаммахум ва а'ма абасарахум». Может быть, если вы откажетесь повиноваться, то распространите нечестие на
на земле и разорвет и родственные связи. Так их Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры. Сура Мухаммад, аяты 22-23. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, также поведал: Аллах сказал: «Я милостивый, Ар-Рахман, и я сотворил родственные связи, Ар-Рахиму, образовав это слово от своего имени, и я награжу того, кто станет их поддерживать, а того, кто будет их поревать, я отделю от милости своей». Причем поддержание родственных связей достигается путем посещения родных и оказания им помощи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Подаяние неимущему – это только подаяние, а оказание помощи родственнику – это две вещи – подаяние и поддержание родственных связей». Поддержание родственных связей также можно реализовать, принимая приглашение родственников, навещая больных, участвуя в похоронах, уважая старших, помилуя младших, относясь доброжелательно к ним и обращаясь к Аллаху с мольбой за них. Аллах Всемогущий сделал поддержание родственных связей причиной увеличения удела и благословения жизни. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот, кого обрадует, что удел его будет увеличен, а срок жизни продлен, поддерживает связи с родственниками». Пророк, мир ему благословение Аллаха, также поведал, что поддержание родственных связей есть одна из причин прощения грехов. Сообщается со слов Ибн Умара, что один человек пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил его: «Воистину, я совершил великий грех. Есть ли у меня возможность покаяться?» Пророк спросил: «Есть ли у тебя мать?» Человек сказал: «Нет». Пророк спросил: «Есть ли у тебя тетя по матери, то есть сестра матери?» Человек сказал: «Да». Тогда пророк сказал: «Оказывай ей благодеяние». Человек должен избегать прерывания родственных связей и не отвечать на дурное дело дурным делом. Человек должен прощать и быть снисходительным. Пророк, мир ему благословение Аллах, сказал: «Не тот поддерживает родственные связи, кто отвечает тем же. По-настоящему поддерживает их тот, с кем родственники его эти связи поревают». Сообщается от Абу Хурайры, что один человек сказал: «О посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю родственные связи, тогда как они поревают их. Я делаю им добро, а они причиняют мне зло. И я кроток с ними, а они поступают по отношению ко мне, подобно невеждам». На что он сказал: «Поистине, если это так, как ты говоришь, то ты словно наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них». Ислам запретил разрыв родственных связей и предупредил о его страшных последствиях и в мирской жизни, и в загробной жизни. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Наиболее строгого наказание Аллаха в этом мире, наряду с тем наказанием, которое Он припасет для человека в мире вечном, заслуживает такой грех, как разрыв родственных связей и проявление несправедливости». Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, также изрек: «Не войдет в рай тот, кто разрывает родственные связи». Давайте забоимся Аллаха в наших отношениях к своим отцам и матерям. Давайте поддержим родственные связи и окажем благочестие ко всем людям. О Аллах, помоги нам быть благочестивыми к нашим отцам и матерям и поддержать родственные связи. Спаси наш народ, сделай наш дорогой Египет и все страны мира безопасными, щедрыми и процветающими.